Андрюш, сегодня Андрей Данилко, состоятельный человек, вот песенный, театральный, концертный бизнес дает возможность чувствовать себя нормально, достойно? Сердючка – это не проект. Сердючка – это Образ жизни. нет, это персонаж, который и бренд, как оказалось уже. Конечно, да. И нас стоит очередь на сольный концерт. То есть я не могу сказать, что у нас столько заказных концертов, но есть, мы не везде можем выступать. Это раз. Площадки не позволяют, и все-таки мы не в Москве живем. В основном это Москва. Очень далеко я не летаю на какие-то специальные, потому что мне тяжело сейчас. И я думаю, состоятельный, несостоятельный, но по сравнению с кем? По сравнению там С с Абрамовичем нет. Абрамовичем нет, да. По сравнению с мамой Светой, да. Да, но так сложно сказать. Знаете, вот кому-то не хватает там 20 гривен там на что там, на телевизор, А да? кому-то 200 000 на покупку яхты. Да, кому-то не хватает, вот 2 миллиона не хватает на замок. Например, ну, у разного. То есть я совершенно скромно живу, это не это правда. И мне кто-то спросил, Филипп, мы были на одной «Средние люди», организатор в Питере, очень хороший, в очень дорогой ресторан. И это свои кепочки, вот, которые уже меня узнают по этой кепочке, я уже понял. Свитерочки в Свитерочки такое, джинсиках джинсиках каких-то. такое. Но я не люблю, вот я честно говорю, я так бы люблю быть такой серой мышкой. И пришел Филипп, такой кофта от Кавалли. Артист. Не, ну он Звезда. действительно меха, все, и он ну, очень красиво так это все, цепи, ну хорошо, вот умеет. Я ни разу не видел его в одном и том же. И видно, я вышел мыть руки, а в нем был какой-то разговор между собой. И мы идем же по набережной, ну, выпили чуть винца, идем по набережной, поздно, хорошо покушали. Я иду вот этой кепочке. Филипп идет, вот, тут лисица, тут у него вот, соболь, там это Кавалли. И он говорит, ну вот они удивлены, почему ты так скромно одеваешься. Ну ты же типа нормально зарабатываешь, ты же можешь себе позволить купить все что-нибудь, ну одеться нормально. Я говорю, Филипп, я сейчас на тебя смотрю, говорю, в чем ты ходишь по улице, я в этом выступаю. А он, ну, действительно, мы разражались просто, ну реально, ну Верка сердечко была. Лисица. И это не то, что там, ну, я не знаю, просто, может быть, какое-то внутренняя скромность, я не знаю, как это назвать, или там, ну, как-то мне не хотелось, я никогда не любил выделяться.